находимся в центре города Барселоны, в одном, ну, не самом центре, но практически в центре. Здесь вот такое здание, если я не ошибаюсь, это рынок. Но в данный момент он закрыт на реконструкцию, здесь вообще ремонты идут. Вот, кроме этого рынка, сегодня закрыты метро. Все метро, почти все, по крайней мере, которые в центре находятся, метро, все закрыты. Вот, и связано это с разными забастовками, митингами, с транспарантами. В общем, здесь происходит движение, люди что-то хотят. Не знаю, то ли это и с кризисом связано, то ли еще какие-то вещи тут происходят. Но метро из-за этого закрыто. Такие вот здесь вещи происходят. Кроме этого, закрыты также некоторые магазины. То есть половина магазинов, можно сказать, открыта, половина из них закрыта. Такие дела. Так что будем двигаться дальше. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию.